Друзья, всем привет! С вами в окопе. И это очередной разбор гонок в командном событии, друзья. Давно не делал голосовые разборы. Сегодня мы это исправим. Итак, друзья, поехали. Перед тем, как делать результат в командном событии, я рекомендую настоятельно вам потренироваться в приключении зима и почувствовать, как ведет себя хот-род. А уж затем заходите в командное событие и делайте отличный результат. Основная задача в том, что нам необходимо не подлетать высоко и видеть, куда мы приземляемся, для того, чтобы приземлиться аккуратно на заднее колесо и не перевернуться назад. То есть, чем выше мы подлетаем, тем больше вероятность того, что мы не видим, куда приземляться, и, как говорится, риск падения очень велик. Поэтому также стараемся не включать нагнетатель до конца, не держим ускорение, вот как здесь уже в самом конце. Мы в начале трассы это не делаем, для того, чтобы сберечь бензин, и нам хватило доехать к отметке 10 тысяч баллов. Как выяснилось, на хот-роде гораздо легче получается, чем на мотокроссе. Обязательно попробуйте. Так, второй этап на снегоходе. В принципе, ничего сложного нет. Единственный момент, если получится вот перед этими монетами сделать толчок задней поверхности снегохода и затем перелететь прямо в воду. Здесь также стараемся подлететь к канистре снизу вверх. И чтобы не зацепиться носом, вот как я здесь сейчас делаю, вот немного притормозил и потерял немножко времени. Можно было бы гораздо лучше проехать. 500-600 баллов можно было бы сверху набрать. Но ничего, и так пойдет. Здесь также, в принципе, ничего сложного нет. До отметки приблизительно 700, где-то 650 метров, можно спокойно доехать, не прыгать, не рисковать, а просто ловить УПП и запоминать рельеф трассы, где мы тормозим, где стараемся пролететь как можно дальше. Итак, здесь подбираем канистру, не разгоняемся и стараемся вот здесь также словить УПП, и перед подъемом мы взбираемся наверх. Здесь также ловим УПП, здесь перед буварком мы подпрыгиваем обязательно, потому что без прыжка вы просто подлетите вверх. Так, здесь можно было бы еще одно УПП словить, не терять скорости, ну ничего, мы дальше наверстаем. Здесь мы разгоняемся и подпрыгиваем. Также экономим немного времени перед тем, как мы вот подлетаем и зависаем в воздухе. Вот здесь стараемся хорошенько отпрыгнуть. Еще прыжок. Ну и дальше уже, когда включается, загорается лампочка бензина, мы стараемся просто аккуратно ловить УПП, доехать вот до этой площадки на 700 метров и затем просто лететь вперед. В первых попытках я это как бы не рассчитывал, что можно сделать, думал, что бензина все-таки не хватит, поэтому на первых попытках получалось всего лишь 9000 баллов. Оказалось, не все так сложно. Итак, есть и третий этап. Отлично, идем. Четвертый этап немного коварный, что если вы не поймаете УПП и не сделаете хорошенький прыжок в начале, то в дальнейшем вы не приземлитесь также в нужную отметку и не поймаете УПП. Итак, стараемся за деревом сделать прыжок, поймать одно УПП, второе, и вот здесь подпрыгнуть хорошенько, что у меня, к сожалению, до конца не вышло. Но ничего, в принципе. Также эту трассу можно потренировать в кубках, набить руку, и все у вас получится. Ну, в целом, хороший результат, я считаю. Итак, друзья, на этом все. Благодарю всех за внимание. Извините, что поздний разбор так получился. Был очень занят. Но все же надеюсь, что мои вам подсказки как-то помогут, и ваш результат значительно улучшится, друзья. До новых встреч на следующей неделе. Всем пока.
so beautiful and so you last. Not your doll anymore, silent and beautiful. Them more, better I realize life is so beautiful and so you last. Come.